Привет, привет, братан. А он не знает, все равно в Азии. Что творится? Жива, Нилду. Смотри, я ничего не говорю сейчас. Австралия, Япония, Катар, Иордания, Ирак. Можно я сразу отвечу? Китай. Это уже проиграл уже, а ты что выиграл? Покутаешь? Раз. И будет играть 9 матч. Как? Ну как ты не знал? Интересно становится. Кто выиграл, братан? Я думаю, Каха выиграл. Че, все? Привет, привет, братан. Узбекистан. А он не знает, все равно в Азии. Что творится? А я? Япония. Австралия. Ирак. Корейцы. Катар. Саудовская Аравия. Иран. Жива, Нилду. 5, 4, 3, 2, 1. Катар. Авто, вторая ошибка. 94-м, кто выиграл? Южная Корея. Смотри, я ничего не говорю сейчас. Да. Австралия, Япония, Билла. Катар, Билла. Иордания, Ирак, Билла. Я знаю. Можно я сразу отвечу и выиграю? Давай ответь. Китай. Это уже проиграл уже, а ты что выиграл? 94-й, это азиатский. Кто выиграл, братан? Это азиатский, это не Кубок Азии, а Кубок Азийского. Надо поконкретно же говорить тогда, братан. Что, все, что ли? Еще 5 кубов. А, уже 5 кубов? 2 есть, еще 5 осталось. В каких кубах он играл? Да. В такой? Есть. Сагдиана. Сборная Грузии. Это сборная. Еще 3 куба осталось. Еще 3 куба? Все, я не знаю сейчас. Локомотив Тбилиси. Назвал Локомотив. Локомотив Ташкент. Не, ты назвал Локомотив Ташкент, братан. Ну ты же сейчас действующий игрок. Алания, вот Кавказ. Локомотив. Такой. Вот Кавказ. Все, что? Рубин. Раз, два, три, четыре, пять. Остались такие клубы, как Крылья Советов, Спартак Нальчик и Актобе Казахстан. Как ты не знал? Как ты не знал? Кто? Нет, неправильно. Абдухалик. Правильно. Джумабай. Правильно. Турен, Петербург. Я вспомнил, я просто выиграл сам. Я понял, вспомнил. Да, да, сгорел. Забил, да, забрал это. Давайте Зидан. Кто больше, да? Кто больше, да? Один, да, кто больше. Не, кто больше, просто кто обладает? Не, кто больше, братан, за Зидан. Нет, кто больше назовет по очереди. Зидан есть. Да. У кого-то будет три ошибки, останавливаюсь. А, не по одному, что ли? Да, по одному. Привал. Один так.
Ну кто, Месси? Угу. Роналдо. Угу. Роналдиньо. Так. Фику. Фику. Фикус. Сейчас, подожди. Подожди. Анри. Ошибка. Это минус. Он не брал, что ли? Подожди, как без того. Фабио Каннаваро. Он только Месси надо там попасть. А, золотой мяч, Модрич. Лотер Матеус. Я уже там, а братан где-то. Тогда Мюллер. Какой Мюллер? Такой. Герт Мюллер. Где она обратка? Ромаре. Хави. Бегу Маратон. Хай, я знаю. Давай Пеле тогда. Так, у меня не было золотой мяч, третья ошибка. До свидания. До свидания, согласен. Раз, два, три. Подготовлю. Джавахар Ильяс. Есть. Джавахар Ильяс. Интересно становится. Нестеров, Хашимов, Затеев, Диало Машарип, Шамрадов, Шукуров. Хашимов я назвал. Стоп! Ананидзе, Акриашвили, Чаквитадзе. Акриашвили какой? Турники. Чедлидзе. Шиндагоридзе. Махарадзе. Канкава. Куэпэскири. Стоп. 12 на лаву. Пусть он отвечает. Он со мной начал. 2010-го он пришел в команду. Шамахи был тренер. Поиграл за крота. Ибрахим Галихонов, Игнатий Нестеров, Даврон Хошимов, Камрон Сайдазимов. Игнатий Нестеров? Неправильно. Кто больше сыграл? Больше. Матчи? Вот это, как вторая точка за. Галихонов остался, Хошимов остался, Сайдазимов. Майкл, 100% больше играл. Правильно. Галихонов. Правильно. Спасибо. Может быть, это не так. Он сыграл там по 5, по 10. По 5, ну зато он больше сыграл. Он 9 матчей сыграл. И Игнат сколько играл? У Нестерова, у Майкона по 8. Камрон, Садезинов 6 матчей сыграл. Ибо играл 9 матчей. Это не то. Ибо где играл? Вот так. Я не знаю, где он играл. Прошлый год. Где он был вообще в прошлый год? Спасибо. Спасибо. Я думаю, Каха выиграл. Занимайтесь спортом, играйте в футбол, приходите на стадионы. Поддерживайте нас. Мы будем вас радовать хорошими победами. Всем удачи. Желаем вам здоровья и локомотив чемпион.